На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Сьогодні день святковий урочистий, прийміть, шановні трударі, подяки, пісні і танці запальні, і наш уклін від серця до землі!
собирали такой богатый и обильный урожай. Аплодисменты! И это совершили вы сами, своими руками, своим трудом. Вы славно и дружно поработали, дорогие друзья. И сегодня мы смело можем поздравить друг друга с большой победой. Это всенародный праздник вдохновенного труда. Это смотр нашей самодеятельности, спортивных игр. Желаю всем счастливой удачи, успехов, радости и веселья! Аплодисменты! Всем на удивление объявляю объявление, что нами снижена цена на тыквенные арбузы, на початки кукурузы, на коренья и на фрукты, и на прочие продукты. Цены на 30% снижены, товары к потребителю приближены. Милости просим наш ларек, покупайте в срок, запасайте впрок, чтоб не бегать по морозу за десятком огурцов. И взял за вкус колхоза, мудрецов.
Thank you.
Ой, добрая. Так у нашої Галі голова на плечах. А у вас? Да, це буде. І красива, і добре. Добре діло, добре діло. От не говори, кума. Не дай Боже обдавити гореть. Ні, лучше 7 раз гореть, чем раз обдавить. Слушай, да? А такая хорошая женщина, и что, совсем один? А это явление с какого колдуна? Какое это явление? Слышишь, да? Я Гиви! Да, и какого же у меня есть? Читать не умеешь? Читай, дорогая! А мы не грамотные. Колхоз «Красный партизан». Да? Слыхали? Так это многонациональный колхоз товарища Уронова? Да. Он просто странный. Здорово, Гиви! Да, как подолгайся! Здравствуйте, товарищ Уронов! Здоровайте, были! А вы откуда папа не знаете? Тоже вас не знают. Вы человек известный. Тогда чьи-то не будет. А вот вы по одному росту я. О, этот колхоз я знаю. Как я пока. Да вот ничего, ладно, спокойно, врачу, все на... Хорош, товар! Богато сидеть. Не жалуемся, на первое место выходишь. Красное знамя завоевали. О! Срыкал, срыкал. Деловая вам хозяйка. Побачьте Галину Ермолаевну, поклон ей от ворона. Так вот же она, впереди вас, ярмарочный комитет побежала. Ну да. Да ладно. Ну да побывайте, не побывайте. Stop it.
узнаете? Как я могу вас не узнать, Андрей Андреевич? Я вас наверху знаю. Неужели? Усы? Да, я казах. А теперь казаки все больше без усов ходят. Ну а мне-то что? Я человек холостой, казах больный. Захочу и бороду отпущу. Да пускайте хоть кусок, Андрей Андреевич. Хороша бедарочка у вас. Ни у кого бровей такой нет. Только по вашему брахмату вам бы теперь москвича, а еще лучше победа. Откуда вы знаете наш размах? Слух идет. Богатеете, на первое место вышли. Говорят, на электрическое освещение перешли. Не только на освещение. Все хозяйство на энергию переводим. Ну да, посмотреть бы не мешало. Ну что ж, приезжайте, досмотрите. К вам многие ездят. Да что вы не взлюбили меня, Галина Ермолаевна? Не понимаю, Владимир Владимирович, о чем это? Не понимаю. Не понимаю. Загубили бы молодость мою, Галина Ермолаевна. Каким ты был, каким я стал? Песни не скучают, а от всего к всему летят.
как магнитом забирает к нам за круги. Всех ребят, а мы не знаем, дорогие друзья, встречаемся. Thank you.
Це за трупою познає.
город летел в ад. Ты знаешь обо всем река, как друг без друга берегал. С тобою был я весь мятежен, ее объятия всех утешен. Она чужая далека. Thank you.
и дождь дрожит на ресницах, отливши любви, сгораются нити. Но вместе с дождем ты плакать не будешь, хотя никогда меня не забудешь. Yeah.
какой домой звать? У нас так сразу представитель. Что у нас звать? У нас с нами как и председатель. Да ну не впутайте мою голову, сейчас звать. Ну я же говорю, наша. Наша? Ага. Но у меня есть жених. У вас есть жених? Кто? Моя кавалера, вы для него, хороший парень. А, очень приятно, поздравляю. А у вас есть невеста. У меня есть невеста. Ага. Кто? Даша Шелест. Даша! Вы не шумите, ведь у них любовь. Им помочь надо, не препятствовать. Не выйдет, Дарина. А кто это ваше? Выйдет бесчувственный человек. Не выйдет у вас. Все равно будет по-вашему. Здравствуйте, мои дорогие товарищи! Ну как вам весело? Весело? А вот сейчас специально для вас знаменитые птичницы! Птичницы, отличницы и еще не старушки поют для вас! Частушки! Встречайте! Ты не в стены, как мне речь говорили.
Ой, еще аплодисменты. Ой, таланты, талантище. Только врастали такие. Коневоды, трактористы, как сказать, сама природа. Не народные артисты, а артисты из народа. Мы не будем к этим людям придираться очень строго. И давайте не забудем, что открыта путь дорога до любого коневода, до любого тракториста, от артиста из народа до народа из артиста. Шлях міряю, божество твоє вірою, мій рідний краю. Наче крашенка писанка, наша доля тут писана. Запальний танок. Немає України без калини.
як і нема без пісні солов'я. А ми, народ, зернина від зернини, біді і щастя, ми одна сім'я!